И продолжая свои прогулки по Москве, мы с вами в Дарвиновском музее. Здесь на последнем этаже в башне проходит выставка «Мир вирусов». Я добралась и сюда. Это в новом здании. Я приглашаю вас с собой. Аденовирус человека. Модель аденовируса. Господи. Экспозиция. Кто такие вирусы? Живы ли они? Как они устроены? Что эти незваные гости делают, проникнув к нам в организм? Можем ли мы защититься от их вторжения? Всегда ли вирусы наши враги? Вот эта новая экспозиция, разместившаяся в шпиле башни выставочного комплекса музея Дарвиновского, позволяет заглянуть в мир вирусов. Наглядная инфографика, красочные изображения и увеличенные макеты вирусов помогают разобраться даже не специалисты, как организованы и живут крошечные возбудители инфекции от поневоле знакомого нам коронавируса до экзотического вируса лихорадки Денге. Бактериофаг, пожалуйста, вот он. На что похожи вирусы? Их не разглядеть невооруженным глазом, не поможет и световой микроскоп. Мы уже выучили, что коронавирус на микрофотографиях почти как солнце в солнечной короне. Оказывается, вирусы такие разные. Вирус табачной мозаики похож на изящные палочки. Вирус везикулярного стоматита, родственник вируса бешенства, напоминает летящую пулю. А бактериофаг и вовсе вызывает ассоциации с космическим кораблем из фантастической саги. Крошечные внутриклеточные паразиты как будто позабыли прочесть учебники по молекулярной биологии. В мире вирусов нет правил, а сплошные исключения. Они обманывают животных и растения, прикидываясь чем-то важным и нужным, и прилепляются к клеточным рецепторам. Их наследственная информация может быть записана не в ДНК, как у всех нормальных живых существ, а в РНК. Они меняются друг с другом генами, они воруют клеточные мембраны, украшают их своими белками, они путешествуют по нашему организму без билета, легко преодолевают выставленные нами барьеры и атакуют самые разные клетки и органы. Всегда ли вирусы наши враги? Оказывается, некоторые из них, например, вирус Сендай, помогают в терапии рака. А фаговые препараты используются при лечении холеры, дизентерии, сальмонеллеза, кожных инфекций и гнойных ран. С вирусами надо держать ухо востро, они могут передаваться по воздуху и через грязные руки, с укусами комаров и клещей, через сомнительные связи даже от мамы ребенку при родах. Для прогноза человеческих эпидемий важно понимать, является ли человек единственным хозяином вируса, или у него есть собратья по несчастью. Полностью одолеть грипп будет непросто, ведь мы болеем им вместе с кошками, собаками, свиньями, птицами. А одолеть столь страшный недуг, как натуральная оспа, удалось. Благо природных резервуаров вируса не существовало. Как справиться с вирусной инфекцией? Антибиотики против вирусов бессильны. Применение противовирусных препаратов наталкивается на многочисленные сложности. Немалую роль в борьбе с инфекциями играют меры гигиены и эпидемиологии. Мытье рук, а во время эпидемии ношение масок и карантин для заболевших спасают немало человеческих жизней. Наиболее эффективным методом предотвращения инфекционных заболеваний является вакцинация. Существует множество типов вакцин от традиционных живых ослабленных до суперсовременных векторных или РНК-вакцин. Но какова бы ни была вакцина, поиграв в болезнь, наш иммунитет обучается сражаться с настоящим агрессором. И, встретившись с вирусом во всеоружие, мы уже не заболеваем. По этой экспозиции проводятся экскурсии. Эта экспозиция, как я уже сказала, находится на самом верху в башенке. Удивительно, когда смотришь на здание, кажется, что туда уже не подняться. А вот поднялась.
и все на сегодня. Всем огромное спасибо за внимание и за просмотр этого видео. Как всегда, я приглашаю вас подписаться на свой канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем здоровья, добра, удачи, благополучия и, конечно же, здоровья, здоровья, здоровья. Никаких вирусов. До свидания. До встречи. Пока-пока. Я жду вас на своем канале.